Июль этого года стал самым теплым месяцем за всю историю наблюдений. Оказавшись на 33 сотых градуса теплее июля 2019 года, который до сих пор удерживал это звание. По данным Европейской программы мониторинга изменения климата «Коперник», глобальная температура оказалась на 72 сотых градуса теплее среднего значения для июля с 1991 по 2020 годы и на 1,5 градуса теплее среднего значения до индустриального периода. Также были побиты рекорды температуры поверхности Мирового океана и айсбергов из-за морских тепловых волн, зафиксированных на юге Гренландии и в море Лабрадор, а также в Карибском бассейне и Средиземноморье. После длительного периода необычно высоких температур в апреле поверхность океана продолжала прогреваться и в июле превысила среднее значение 1991-2020 годов более чем на полградуса. В то же время площадь антарктического морского льда оказалась на 15% ниже среднего, что является самым низким показателем за июль с момента начала спутниковых наблюдений.